2086 популярных видеороликов на моем канале на утро 3 октября 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube, что является весьма даже замечательным, потому что определить количество популярных видеороликов на моем канале практически невозможно, просто потому что самих видеороликов много. Мой канал прошел рубеж 69 тысяч опубликованных видеороликов 2,5 недели назад. Немного задержался, даже немного задержался с проходом рубежа 70 тысяч видеороликов. Но рано или поздно, конечно, пройду. И вот как среди этой массы определить, какие из видеороликов популярны, какие нет? Да никак. Но дело в том, что это и не надо делать, потому что на YouTube существует агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве популярных видеороликов. Спасибо YouTube за заботу, говорю я искренне, потому что часто использую данные, информацию о количестве популярных видеороликов. Ну вот прямо сейчас я снимаю видеоролик, да? Использую эти данные.